значение имени Хамза. Иногда носители этого имени упрямы, заботливы и в то же время застенчивы. Людям с этим именем нумерологического числа 3 обязательно следует помнить, что не стоит принудительно вовлекать других людей в движение по своей орбите и направлять их по своему пути. Иногда эти люди бывают чересчур мрачны. Носители этого имени – коммуникабельные и харизматичные оптимисты, обладающие замечательным чувством юмора. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Бывает, что это люди слишком мягкие и могут спокойно относиться к критике. Обладают богатым воображением и высокой интуицией. Также стоит отметить, что эти люди сильно чувствительны к тому, что о них говорят другие. Люди с буквой «М» в имени обладают превосходным умением решать сложные задачи и проблемные ситуации. Значение буквы «З» символизирует стремление отгородиться от внешнего мира, высокую интуицию, развитое воображение, болезненную чувствительность. Владельцы этого имени обычно реализуются в тех областях жизни, в которых присутствует коммуникация с окружающими. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.